Canon 50D. Замена двигателя затвора. Для начала фотоаппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon 50D разбор. Чаще всего двигатель выходит из строя из-за износа, отработав заложенный ресурс. Откручиваем два винта, фиксирующие двигатель затвора, правый. Затем двигатель вынимаем вниз. Новый двигатель вставляем в положенную для него нишу. Затем совмещаем крепежные отверстия и фиксируем двигатель винтами. Все, двигатель затвора заменен.